Всем привет! Добро пожаловать на канал! И сегодня в выпуске у нас вот такая модель. Вы уже про нее знаете, вы ее видели. И сегодня пришло время ей заняться. Как вы уже слышали, модель была приобретена как донор. Нужны были мосты и колеса вот эти большие. Куда они были нужны? Они нужны вот под этот кузов в масштабе 1:7, может быть чуть-чуть побольше, корпус от игрушки. И вот эти колеса, как я уже прикидывал, в принципе очень хорошо сюда подходят. Эту модель я немножко уже подразобрал. Скидываем корочку вместе со стоечками. Убираем в сторонку. И смотрим. Конечно, база нам не подходит в любом случае, но колесо в принципе вроде бы и ничего, потому что ход все равно такой супер большой не будет, если вот с таким примерно вырезом, с такой посадкой примерно, если то как раз хода, мне кажется, должно хватать. Не знаю, будем смотреть. Если что, немножко можно подпилить вот так, но уже будем потом по ходу смотреть. Пока в сторонку. Модель большая. И первым делом, что я сделал? Я уже снял электронику всю. Я снял серву, потому что буду ставить побольше. Далее. Я буду немножко опускать коробку вниз. Уберу пороги. Почему буду коробку опускать? Потому что карданы прямо на излом идут даже в стоке. На этой модели спереди стоит металлический, сзади стоит стоковый кардан. Почему металл? Я снял металлический сзади. Он постоянно у меня отхлебывал. Снимался, скидывался. Выскакивал пин. Так, ну ладно, не суть. Значит, смотрим, что будет происходить с этой моделью. Первым делом... Я меняю на этих колесах диски. Диски поставлю алюминиевый бедлок 2,2 дюйма. Может быть, мне понравится внешний вид, и я захочу еще на тех дисках покататься, ну, поснимать эту модельку. Ну что, меняем. Тынь. Меняем. Та-дам. Преображение модели прямо на лицо. В принципе, и так смотрится. Единственное, что вот здесь еще вот такие колпачки должны стоять. Давайте их прикрутим тоже. Вот так смотрится эта модель уже с колпачками. Смотрим. Ну, в принципе, эти колеса не сильный прям такой вид нам сделали. Но все же они нам подойдут под тот кузов, потому что там есть тоже красные элементы. Диски у нас с меньшим вылетом, вроде так. Из-за этого ширина стала больше, но нам в принципе это и на руку. Основную ширину по модели уже будем подбирать, так сказать, переходничками. Я сам печатаю всякие разные переходнички, вот, и грубо говоря разный вылет могу сделать, и уже потом будем смотреть по месту, какая нам ширина будет нужна окончательная. Ну что, прикинем на это колеса наш кузов. Согласитесь, с этими колесами смотрится лучше. Но для понимания всей картины давайте открутим задние колеса и просто их в сторону поставим. Ну, многие элементы нам все равно мешают. Те же самые пороги, бампера и все такое. Ну ладно, просто так вот прикладываем и смотрим. Соответственно, конечно, в любом случае будет идти занижение дальше. Не знаю, конечно, как, но что-то мне с пропорциями совсем не нравится. Возможно, отпилю и удлиню.
Но для начала будем использовать пока что такой кузов, как он есть. Без всяких переделок. Такая база у нас останется. Вот, на первое время. Я думаю, все равно я на этом не остановлюсь. Значит, что у нас для этого проекта вообще имеется? Сейчас я уберу кузов, чтобы не мешался. И будем дальше с вами смотреть. Так как база у нас совсем не сходится, придется что-то переделывать. В свое время были куплены аморты от Врайта, от Аксиала. Вот, они получаются чуть-чуть длиннее, но они помягче. Вот, они регулируются, жесткость у них регулируется. Соответственно, может быть, они даже не может. Они помягче, хоть длиннее, но они мягче, чем от Урема Хобби. Вот, но да ладно, момент какой. Это все будет дело перебираться, все будет дело переделываться. И были приобретены тяги. Стоковые и алюминиевые. Вот. Почему не хочу сделать сам? Точнее, придется делать и самому тоже. Вот, но мне хотелось, чтобы они были немножко изогнутые. Вот, и какой-то вид, может быть, другой имели. Не знаю. Это не обязательно под эту модель они приобретены. Вот. Получится их поставить, значит, поставим. Не получится, значит, будем свое что-то делать, потому что базу надо удлинять. Соответственно, линки будем переделывать. Амортизаторы, скорее всего, будем менять. Так что сначала, наверное, займемся задней частью. Отодвинем ее максимально назад. Уберем сейчас все бампера. Вот, все поснимаем. И уже от этого будем плясать. По-любому буду много раз примеряться, что-то придумывать, что-то переделывать. Вот, поэтому в видео войдут не все моменты. Ну, как говорится, будем вести проект. Ну, будем потихонечку с вами собирать и смотреть, что из этого будет получаться. Разбираем и прикидываем. Первым делом убрал подножки и убираю бампера. Тут у нас идет свет. Мы сейчас его уберем. Потом, конечно, куда-то опять назад поставим, потому что, в принципе, фары у нас будут действующие. Вот так у нас получается. Вот, смотрите, насколько нам надо. Вот настолько нам надо увеличить базу. Спереди ничего не мешает, а сзади у нас на стойках лежит. Кузов лежит на стойках. Кстати, есть у кузова крепеж свой, и он даже, кстати, подходит. Возможно, мы будем не с задней частью играть, ну, точнее, немножко ее сдвинем, а в основном будем двигать вперед. Так что сейчас посмотрим, насколько она вовнутрь ставится. Возможно, вы такое уже видели, а может и не видели. А может быть получится, а может быть и нет. Я хочу раму перевернуть. Как вы думаете, что из этого получится? Вы можете предполагать, а мне придется это все перекрутить и посмотреть. Потому что не переделав, ничего не поймем. Тяги будут крепиться у меня вот в эти места. Как раз таки все раздвинется и что-то должно измениться. Первым делом я убираю тягу Панара. Она мне не нравится, ее не будет. Ну что, крутим, смотрим,
что у нас получится. Так, ну что, перекрутил передний мост в обратную сторону. Тяги, не знаю, буду, может быть, удлинять, может быть, так оставлю. Вот вот отверстие просверлю. Это у нас, значит, тяги, которые вперед-назад. Тяги, которые отвечают за расположение моста, чтобы он вперед-назад не ходил. Дальше, центральные тяги. В принципе, если их удлинить, их можно оставлять вот в этих, в центральных местах. И мост, чтобы лево-право не двигался. Либо мы их можем разнести вот по этим отверстиям. Но это сейчас дальше уже, как говорится, из практики будем смотреть. А центральные тяги мы сейчас снимем вот эти, которые были нижние. Поставим их в центр. Соответственно, тягу Панара я уже снял. Поставим их в центр и зафиксируем. И посмотрим, как он будет лучше держаться. Так, закрепил временно нашу технику. Все работает. Прыгунчик. Ну, амортизаторы, они не работают. Ну, так, точнее, они работают, но они все равно жесткие. Так что вот такой у нас получается агрегат. Ну и давайте примерим. Здесь у меня немножечко, еще миллиметров 5, наверное, надо будет раздвинуть базу. Смотрим. Вот так это все дело получается. И нужно будет для амортизаторов стоечки, которые пониже, найти. А так, в принципе, блин, вроде даже, может, я неправильно померил базу, вроде даже база сходится. Ну, колеса, наверное, придется поставить поменьше. Есть у меня вот такие. Скорее всего, будем их ставить. Мне кажется, они прям вот впритык сюда, они не будут поворачиваться. Так, сейчас занимаемся легкими примерками. Прикинул и такие тяги, и подлиннее, и покороче. Не знаю, в какие места ставить. Вот. Разметил по 3 отверстия новых. Сейчас сверлю и притяну, чтобы хотя бы понимать, базу сделаю. Потому что вперед тоже надо до конца вперед сдвигать. Вот. И после этого уже будем смотреть, что и как. То бишь, сейчас какие планы? Собрать базу, чтобы она была более-менее. Закрепить кузов. А потом уже смотреть, что менять, что куда. Может, мосты другие, как говорится, может, расположение. Ну, как говорится, сейчас набросок, чтобы смотрелось как модель. А потом уже будем вносить изменения по ходам, по всему остальному. Потому что нет никакого понимания, что должно получиться. Вот. Так что пробуем, ковыряем.